Транзистор – это полупроводниковый прибор, который используется для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов. Он был изобретен в 1947 году тремя американскими физиками в компании Bell Labs. Изобретение транзистора стало одним из ключевых моментов в развитии электроники и привело к созданию многих современных технологий, таких как компьютеры, мобильные телефоны, радиоприемники, телевизоры и многие другие устройства. В основе изобретения транзистора лежит открытие эффекта переноса заряда между двумя различными типами полупроводников. Этот эффект был обнаружен в начале 20 века, но только с помощью новых технологий и знаний, полученных в ходе Второй мировой войны, ученые смогли создать транзистор. Ученые использовали новые технологии и знания, полученные в результате работы над военными проектами, такими как разработка радаров и радиолокационных систем для создания транзистора. Они разработали новый тип полупроводника, который позволял управлять током электронов между различными областями материала. Транзистор был представлен на рынке в 1950-х годах и быстро стал одним из самых популярных и важных компонентов радиоэлектроники. Сегодня транзисторы используются в широком спектре устройств, от мобильных телефонов до компьютеров и автомобилей.